тех, кто очень сильно переживал, что же будет с парком аттракционов. Ребята, здесь просто идет глобальная перестановка и перестраховка, так сказать. Чтобы было интереснее, веселее вам, если честно. То есть все остается на месте, не переживайте, будет где вам развлекаться. Приезжайте. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу с вами прогулочку. Мы сегодня на Парли. На календаре сегодня 5.04.2022 год. Пересечение Южного проспекта и улицы Черноморской. Начинается движение в райончик наш Приморский. Слева и справа расположены кафе, столовые, отели. И люди здесь проводят лучшее время. Даже, наверное, лучше, чем хотели бы. Так что, если вы приезжали к нам в Витязево и не бывали на Паралии, можно сказать, что вас здесь и не было. Паралия с греческого означает набережная. Это Черноморская улица пошла вверх, Южный проспект пошел вправо и влево. Сегодня, несмотря на то, что еще не курортное время, уже можно увидеть здесь людей, потому что у нас, в принципе, потеплело. Ну, плюс 9 температура воздуха. Было, конечно, и больше, но сегодня последний холодный день. С правой стороны у нас тут ларёчки, туда дальше кафешечка, столовая можно назвать. Здесь две столовые. Столовая номер один, но самая популярная всех, которые здесь находятся. Центральный пляж Витязева начинается отсюда. Если у вас кто-то говорит, что у нас тут 5 минут до центрального пляжа, не обижайтесь, они до арочки, наверное, считают. С левой стороны у нас готовят дом страха. Должно быть очень страшно, по крайней мере, заставка такая прям чудесная. Посмотрим, как она, конечно, будет к концу выглядеть. Деревья собираются вот-вот пустить листву. Некоторые уже, в принципе, пускают. Эллада кафе, далее Гавана Мама, клуб-бар. Ждем, когда все это заработает. И кафе Византия работает. Все в основном здесь летом, ну, допустим, Византия, оно работает по заказу. То есть по разным мероприятиям. Паралия сейчас, в принципе, оживает, я могу сказать, что то там мы видим рабочих, которые подготавливаются к сезону, готовят свои ролеты, потому что в этом году все ждут, что сезон начнется раньше, чем обычно, потому что люди устали, хотят отдыхать. Здесь у нас обводной канал, который обещали нам почистить, но пока никто его не чистит, бросили, все вот так вот стоит. Главное, чтобы черепахи, которые прибывают к нам сюда, не ушли. О, все, ребята. В общем, все решено, что там будет в том месте. Сейчас мы зайдем, поглядим на месте бывшего дельфинария. Ну, как говорится, Азаровский был прав. На месте бывшего дельфинария появилась парковка для отеля. Ни одного дерева, к сожалению, здесь не нашло себе места. Прям ни одной дырочки не оставили. А хотя нет, я вру, видите, там перед забором, возможно, что-то зеленка какая-то появится. Мы дошли до того места, где находится или находилась хинкальная. То есть вообще уже практически полностью разобрали бывший навес. Но, слушайте, устанавливают новые столбы. Еще мощнее, может быть, здесь наоборот что-то появится еще больше, выше, сильнее, то есть два этажа ее сделают. Потому что, видите, вот старая конструкция, да, вот новая, и там натянута нитка, как бы просто так нитки натягивают, особенно когда сносят. Прям интересно, с правой стороны тоже идут какие-то строительные работы. Это здесь находятся блины, и здесь мы уже видим, что там домик построили, то есть что-то типа кафешки должно быть, а может это гостиница. Вот, в общем, неинтересно, даже когда полностью снимут весь этот каркас, и мы все увидим, как оно есть. Кафе Ван. Что-то опять здесь идет перестроение. Вот эта первая зелень, на нее всегда так пристально смотришь, а потом уже не обращаешь внимания. Очень красиво выглядят деревья.
и радует, конечно же, глаз. Чем ее больше, тем красивее становится у нас пересечение вот этих вот мест. Здесь как-то прям грустненько. Хотя людей сегодня, ну, честно, много прям туда-сюда ходят, бродят, по сторонам смотрят. Большое количество, это очень хорошо. А, в прошлый раз, проходя мимо вот этой шашлычной, я думал, что они запустятся. Ну, что-то вроде поснимали частично окна и пока притормозили. Хотя люди пока гуляют, они последние закрывают и первые открываются. Вот такие вот вещи очень классно показывают. То есть подготовленные газоны уже распускают листья розочки, скоро появятся цветочки. Видите, только все убрали, сделали чистоту. Вот это в правой стороне серебряная, в ту сторону у нас улица Знойная находится. И кафе, он в этом же месте у нас расположен. Пальмочки все так же закрыты от холодов. Так, что изменилось здесь? Китайка у нас с той стороны вся еще закрыта. Здесь у нас все продолжается строительство. И мы действительно видим, что там строится большой навес. Почему-то мне все-таки кажется, что это будет продолжение Китайки. Пишите свои варианты. Опа. 100% мне кажется, танцевальная зона. Первые торговые павильоны открываются. Это говорит о том, что скоро лето начинается. Готовы вам продавать уже сувенирчики, ребята. Ух, это прям классно. Наш песочек собирают в кучке и хотят его, наверное, отсюда убрать. В этом кафе кипит тоже работа, дорогие мои, но не видно, что там. С этой стороны мы видим, уже полностью оформились ряды, то есть появились ролеты, есть стеллажи для продажи всякой, тоже фигни. Внутри будет магазин, я вижу, что уже его, походу, взяли в аренду и заводят туда оборудование. Вот так вот все быстро происходит. Объявление по аренде недели не провисело. И уже там, причем реально оборудование магазина. Ролеты разбираются, что-то переделывается. Фантастика, ребята. Все кипит, работа кипит. В этом году все откроется 100% раньше. Обратите внимание на количество песка. По-моему, все больше и больше засыпает параллию. Ух. Красота. Вот она, наша параллия. Поворачиваем сюда направо и смотрим здесь, что у нас происходит. А происходит вот что. Моя подписчица любит ходить сюда с детками, играть, и говорит: Юр, ну что-то прям печально происходит. Мы обратились в администрацию по поводу того, что кто-то вывозит на дюны мусор строительный, там разнообразный. Эта администрация нам пришла отписка по поводу того, что, говорит, ребята, это штормом навело. Ну, теперь можете посмотреть. Наметенный мусор штормом. То есть это крупные булыжники, всякий бытовой мусор разнообразный. То есть море вон там. Чтобы вы понимали, шторм от слова никогда сюда не приходил, линолеум не приносил. То есть вот этот весь мусор кто-то планомерно сгребает и выкидывает сюда на дюны. Самый апофеоз, конечно, нас ждет немножко впереди. Потому что впереди, прям на самой вершине бархана, здесь лежит мусорная свалка. Такого, честно, я за всю свою жизнь Витязева никогда не видел. Я думаю, что, возможно, и вы никогда бы не увидели, если бы не посмотрели это видео. Ну как вам? Штормом принесло. Ребят, если не сложно, в прокуратуру, администрация уже отписалась, что никто не виноват. То есть наши дюны, мало того, что кто-то утюжит, так еще сюда и мусор свозят. То есть у нас, ну, отношение к пляжу просто охренеть. Сказать, что это полный пиздец, ничего не сказать. Пускай меня штрафуют за мат в эфире там или в видео. До какой степени просто нелюди. Центральный пляж, блядь, Витязева. Поворачиваем направо, и здесь свалку делают на золотых песчаных дюнах Анапы. Вообще как? Реально, то есть на свалке запретили, смотрите, тракторами укатывают, вон там дерево сломали. То есть сюда то же самое мы можем увидеть, что происходит. Также вот мусорные пакеты, также вот он мусор, трубы пластиковые, линолеум, рубероид там.
чего только нету. И здесь такая же вот движуха. Просто превратили наши дюны, ну, реально в свалку, и что-то здесь готовят, какой-то, я так понимаю, выравнивают поверхность, что ли. Ну, такого я вообще, честно, не ожидал. Слезы на глазах наворачиваются, я все детство здесь провел, здесь собирал стекла, чтобы чище было. И в итоге мы видим свалку на дюнах. Я очень прошу вас, сделайте репост. Напишите ссылку на это видео в прокуратуру, во все возможные, даже если вы у нас не живете, ребят. Ну, центральный пляж. У меня просто нет слов. Спускаться пытаемся с этой кучи мусора. Там у нас ребята костерчик палят. Здесь собачки отдыхают. Ну и здесь та же самая история. То есть, здесь создали целую свалку. Вот, выходишь с левой стороны. Видите, вот, то есть то же самое, видите, кучу всяких плиток, поломанных камней. То, чего в нашем пляже, честно, нету в море. Здесь вот этих камней, этой плитки, здесь шторм. Ничего этого выкинуть сюда, конечно же, не мог. Огромное количество битого стекла, что-то тут гревшее. Просто назвать пляжем это очень сложно. Язык прям не поворачивается. Это центральный пляж Витязева. Welcome to Анапа, ребята. Приезжайте отдыхать, мы будем вам очень рады. Администрация обещала, что подготовит все пляжи к 1 мая, и что все будет прям очень хорошо. Но я думаю, что надо помощь природоохранной прокуратуры. Поэтому, если вам не сложно, пишите обращение. Ссылочку оставляйте на это видео. Это не сложно. В интернете набирайте природоохранная Азовско-Черноморская прокуратура и к ним запрос. Будем вам очень благодарны за помощь. Но это прям на проходе к морю можете тоже увидеть. Куча сломанных палок. Но это ладно. Соберут, сожгут. Тот же мусор, который здесь прям как на свалке образовался, выглядит очень удручающе. Получили прям супер картинку. Витязева посмотрели. Если бы, конечно, не вот эта вот куча на дюнах с мусором, было вообще все хорошо. Море, вид на Анапу, облачки, что еще надо для получения удовольствия от прогулок всех этих наших. После заката очень сильно холодает, и мы говорим море до свидания и покидаем эти пенаты. Ребята, не забывайте лайк под видео, будем вам очень благодарны, и никогда мы с вами не будем прощаться. Ладно, море, пока.